Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, как я буду расписывать вот такой вот чудесный, красивый сам по себе формы бокал, или мартиницу можно назвать ее, да, либо коктейльница. Вот, и в таком вот стиле. Павлиный глаз. Кто смотрит, наблюдает за моими видео, те знают, что мне нравится павлиный глаз, и вот я решила также его нарисовать на такой вот коктейльнице, мартинице. И мне кажется, что даже очень здорово получилось. Вот такие вот павлиные у нас перья на таком бокальчике получились. Супер, просто здорово. Итак, что я использую в данной работе? Естественно, это контур по стеклу и керамике золотой. Вот, фирмы Декола. Такой я вот контур использую. Краски по стеклу и металлике фирмы Витраль на основе растворителя. Они наносятся на стекло с помощью мягкой кисточки, и потом эту кисточку нужно обязательно тщательно промывать, чтобы она не испортилась. После того, как мы нанесем контур, мы дадим ему высохнуть, и тогда уже можем наносить сверху краску. Ну что ж, присоединяйтесь, сейчас я буду все показывать. Перед тем, обязательно и очень важно, перед тем, как наносить контур, краску, бокал нужно тщательно вымыть, а после антисептиком протереть сам бокал, то есть обезжирить тем, что у вас есть. Это может быть раствор для снятия лака, либо антисептик, что-то из этого рода. Вы можете взять и обезжирить бокал. Ну что ж, я приступаю к работе. Вам приятного просмотра и поехали! Thank you.
Давайте я быстро расскажу о краске, которую я использую. Это краска фирмы Витраль. С обратной стороны тут хорошо не написано, как ее использовать, как хранить. Время сушки 8 часов. Краска по стеклу и металлу, прозрачная, фирмы Витраль. Краска на основе растворителя, то есть не на основе воды. Все цвета между собой хорошо смешиваются. Наносить на поверхность нужно обезжиренную мягкой кистью или специальным спонжем. После высыхания поверхность гладкая и глянцевая. Это действительно так. Продукт морозоустойчив. Краска легко воспламеняемая. Изделие можно мыть вручную, не мыть в посудомоечной машине. Хранить в защищенном месте от детей. Инструменты после применения промывать растворителем для масляной краски. Краски я заказывала через интернет-магазин в художественный. Также, я думаю, их можно приобрести в любом художественном магазине. Не знаю, есть ли они в наборе, я думаю, что есть. Я покупала их поштучно. Выбрала зеленый, синий цвет и желтый. Также почему-то я решила выбрать красный и такой вот вишневый. Они на стекле выглядят практически одинаково. Желтый и зеленый, они имеют такой вот полупрозрачный цвет при одном слое. Поэтому, чтобы цвет был насыщенный, я накладываю несколько слоев, не дожидаясь того, как краска полностью высохнет. Просто наношу сразу сверху второй, ну, следующий слой. Какой растворитель для масляных красок я использую? Вот обыкновенный растворитель для масляных красок без запаха. С помощью него я промываю кисточки. Все, быстренько вам рассказала. Теперь давайте приступим разукрашивать наш бокал. Thank you.
Друзья, смотрите, какая в итоге красота получилась. Какие красивые павлиные перья у нас получились на бокале, коктейльнице такой, мартинице. Очень здорово. Вот так вот, в принципе, легко и просто можно украсить любой бокал. Вот, вот так вот внутри выглядит вся эта красота. И теперь у нас есть такие два бокала. Красота! Вообще очень оригинально. Мне понравился такой результат, такой рисунок. Павлиные перья, конечно, это вообще... Павлиные перья — это вообще моя любовь. Мне очень нравится. Напишите, как вам. Красота такая. Я надеюсь, что вам тоже очень понравилось. Напишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите также другие видео. В описании под видео я оставлю ссылочки на плейлисты. Вы можете переходить и выбрать то, что вам по душе, то, что вам нравится смотреть, брать что-то себе на заметку. Также есть и другие видео с росписью бокалов в другой технике, с другими узорами. Так что тоже можете смотреть и брать себе на заметку. А мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока и творческого вам вдохновения!